Итак, всех приветствую. Надо порезать вот такую плиточку. И у нее необычный такой узорчик, выпуклый. То есть это, как называется, агрессивная плиточка. То есть горбатая, да? Вот, здесь надо будет снять фаску под 45 градусов. Мало того, нам надо, чтобы все узоры у нас совпадали на углах, как внутренних, так же и наружных. Да, у меня есть чем снимать фаску. Вот такой агрегат. Вот у меня есть агрегат. Прекрасно снимает фаску. Но не в этом случае. Здесь у нас нет захвата. Практически нет захвата. Это надо применять на более большую плитку. Вот, чтобы можно было как-то размахнуться. Здесь у нас вообще расстояние 30 сантиметров, как бы ни о чем. Поэтому по этой системе я отдельно покажу обзор на более подходящие плитки. То есть взял весь набор, брал у Сереги, вот. То есть полностью взял весь набор. В данном случае будем пробовать, так, у нас прямой рез, по-моему, вот, рез под 45. 45-й рез, попробуем снять его от руки. Так и здесь маленькое расстояние. Посмотрим, как он будет работать. Насколько у нас будет пыли, много, мало ли. Первое. Второе. Так, у нас есть прямой рез. Его на плиткорезе очень опасно резать. Может не взять, поэтому вот для прямого реза вот такой вот есть пыльничек. Далее также у нас будет отверстие. Отверстие у нас есть. Так, ну это всякие переходники для черепашки. Приготовил я черепашку. Здесь у нас очень много черепков всяких. Так, нам надо что-то подходящее найти. Так, это входит отлично. Ну вот этот переходник более-менее так, по-моему, подошел прямо хорошо. И вот так вот он ложненько вставляется. Сейчас его на всякий случай поставлю. Если он только встанет зажим. Встанет. Так, встал. Да. Зажим встал прекрасно. Так, тянем. Отлично. Круто. Так, ладно, посмотрим. Вначале. Снимем здесь фаску. Отлично. Так, пробуем. О, как будто здесь и было. Фиксируем, как всегда, рядом лентой. Так, сейчас мы его прям вот так вот. Что, вот эта часть ровно прибегала. Так, вот интересно, конечно. Ну, и попробуем мы, значит, несколько видов дисков, потому что здесь у нас мягкий материал, будет колоться очень сильно. Это у нас диск, получается, из Леруа. Это два от DLT. И это диск стартовский по
помягкие, не по керамогранику, а именно по керамике. Ну, больше всего, мне кажется, это подойдет. Этот 10 подойдет, потому что мне надо развести рез без кора. Так, ну тут видно, да, сколы есть небольшие, ну, черепашкой обработать, я думаю, что более-менее пойдет. Поменяем диск, специальный у нас вот он есть, под 45. Так, все, установили, сейчас запускаем. Ну, тут видно, да, тоже есть сколы, чуть-чуть больше. Этот диск, он идет по керамограниту, он немножечко грубоватый. Вот. Но у DLT сейчас появились тоже типа такого, супер тонкие, и они вообще, говорят, на первом месте, даже лучше, чем вот эти вот дистанционные. Тонкие, там 0,8, по-моему, да, 0,8 толщина. И снимает идеально рез, у него везде получается. Надо будет купить, попробовать. Так, диски вставляются легко. Я за него отдал 2000, даже больше, по-моему. Ну, 2000. Он ни керамогранит не пилит, ни керамику. Все очень ужасно. Все горит. Это какой-то, я не знаю, это что такое вообще. Зачем его продают? Дистар. Все, дистара нету больше. Вот это... Я попал. Деньги на ветер. Все, друзья, дистарт у нас испортился во всех случаях. Какой только не беру диск, он просто-напросто меня огорчает. Ну что ж, этот диск меня порадовал, ну, более-менее, таких сколов нету особо, слегка черепашку обработать и будет все окей. Так, у нас пыльник для прямого реза, чуть больше что ли получается. Так, ну и поставим вот этот диск. Да, прекрасно справляется. Ну что ж, будем применять его вот по этой плиточке под 45, прямой рез, я думаю, пока что он подходит. Ну, в дальнейшем приобретем. У меня сейчас нет этих дисков, есть супер тонкие диски, тоже от DLT.
с каким-то специальным напылением. Там идет рез 0,8 вообще. Вот у 9 плиток я смотрел тоже, он их испытывал. Отличные диски. Вот надо будет мне их приобрести обязательно. Так, ну, вроде бы без происшествий. Фаску сняли. Отлично. Тут маленький-маленький есть скотчик. Я сейчас черепахой все это дело залечу. Так, ну вот, запилили. И главное, чтобы здесь должны вот эти вот узоры совпадать, выемки эти. То есть вот так вот она у нас угол будет выглядеть. Все совпадает. Так, ну что ж, вот Серегин логотип. То есть я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео на его товар. Очень нужный в таких вот мелких деталях. Вот это подотверстие, прямой рез, рез 145 для снятия фаски, черепашка, переходники. В общем, все можете взять у него на страничке ВК. И по-моему, он его продает на сайте 9 плиток. Тоже есть этот продукт. Ну все, у меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание.